А вот впервые программные комплексы «Сергек» установили в Нур-Султане еще 2,5 года назад. И за это время, по данным столичных властей, смертность на дорогах снизилась в несколько раз. К тому же умные камеры вместе с уменьшением аварийности позволили усилить общественную безопасность. Как новейшая система приживалась в главном городе страны и каковы результаты ее работы, знает Мираль Жанова. Новейшая система видеофиксации «Сергек» в столице появилась в сентябре 2017-го. За 2,5 года в городе установили более 13 тысяч камер, из которых 7 тысяч отвечают за общественную безопасность, а более 6 тысяч следят за порядком на дорогах. Благодаря постоянному контролю аппаратно-программного комплекса, прежде удручающая ситуация на дорогах Нур-Султана резко поменялась в лучшую сторону. Правильно, с одной стороны, порядок будет, без свидетельков не будет. Можно любую аварию отследить, любое правонарушение. Стало более спокойно. Водитель, сам являюсь водителем, стал меньше нарушать. Более детальную статистику озвучили в акимате. По данным столичных властей, с момента появления камер тотального контроля смертность снизилась на более чем 40%. Если 2 года назад количество погибших на дорогах столицы составило 60 человек, то в прошлом году этот показатель сократился до 36. На спад в столице пошло и число грабежей и разбоев, сообщили в местной администрации. Мы можем управлять транспортными потоками города более эффективно, так как мы видим, сколько машин, автотранспортных средств заезжает в город каждый день и сколько выезжает. Тем самым мы можем правильнее добавлять, устанавливать те же общественные полосы, правые съезды и добавлять маршруты там, где мы видим, что более большой трафик. В департаменте полиции также отмечают только преимущества от установки умных камер. Благодаря новейшей системе в прошлом году было выявлено более 1 000 000 нарушений. Правила дорожного движения начали соблюдать не только автолюбители, но и пешеходы. Данные камеры фиксируют правонарушения, как скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение езда по буслайну, проезд на стоп-линию. Выявляет такие нарушения. Да, в случае выявления виновные лица привлекаются к административной ответственности, где им предусмотрены разные меры наказания, то есть привлекаются к виде штрафов. Сейчас комплексами «Сергек» охвачено 70% столицы. В ближайшем будущем планируется, что такими умными и всевидящими камерами охватит весь 1 000 000 город. «Сергек» обеспечивает не только безопасность на дорогах, но и позволяет снизить дорожно-транспортные происшествия. Благодаря умным камерам операторы видят все, где, к примеру, необходимо почистить снег или откачать воду во время ливней. Также возможности аппаратно-программного комплекса позволяют отслеживать работу коммунальщиков. В общем, всевидящее око контролирует все. Мира Альжанова, Али Мухтаров, телеканал Алматы, Нур-Султан.